Народ, доброе утро. Ну что ж, рыба по-прежнему не ловится. Копать нам тут нечего. Так что мы завариваем чайку, пьем, собираемся и едем домой. Ну еще заедем к Минею мимо, будем ехать. Увы и ах, ребята, не всегда. Не каждый раз клюет рыбы и ловятся вот такие монеты. Мы главную миссию сделали, мы заехали к Минею, а это уже все остальное побочно. Все, ребятки, поехали мы домой. Сейчас заедем к Минею. Вот, ребят, смотрите, какие скворечники, баньки стоят. Махонькие. Драночки. Старые. Ну, а, ребят, смотрите, щука как стреляет. Вон, где. Отменяй. О, волокушки наши стоят. Ну как дела? Здравствуй, здравствуйте. Ой-ой-ой-ой, да ты бритый, да ты подстриженный. Красота. Мне захотелось быть на тебя похожим. Молодец, 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 дед Миней. Гера, ну ты, вы боги мои. Ой-ой-ой-ой-ой, сто вот. Лет тебя таким не видел, а? Приятно помолодел сразу, да. Есть. Ребят, посмотрите, какой дед Миней-то красивый, а? Парикмахерскую поди ходил. Ты, Гер, сколько поймал рыбок? Ничего не поймали, никто ничего не поймал. Ну-ка быстро я оденусь, пойдем там возьмем. Не-не-не, мне рыба не нужна. Ой, мне не нужна. Мы в следующий, не раз, надо, в следующий раз за рыбой приедем. Да, мы же ходили, монеты искали там. Ну, нашли такой. Чего? Чуть-чуть нашли. А мне каково пришлось бриться-то, ой, господи. Да, представь, щетина-то у тебя там какая. Да как тут вообще, как мох, как кусты тут. Станок тебе оставить? Станок? Да, бриться. Конечно. Оставлю. У меня был. Видишь, я же могу в любой момент приехать. Да, ой, вот тебе и надо тогда, чтобы ты. А ты раз и бритый, и красивый. И нам хорошо, мы тебя увидим. Я и так рад, что ты нашел на свете людей, которые, ну, боги. Вот. Ну, как вы ночевали? Хорошо все. Это. Хорошо, тепло. В общем, это вчера я за водой ходил на озеро. Молодец. Думаю, бриться надо и воду надо. Надо, конечно, конечно. Вот, вон наш... какой красавчик. А это самое, штаны-то не мерил? Эти сапоги? Сапоги нет. Не мерил еще? Ну. Извините, я не смогу так быстро. Знаете, Не-не-не, но это главное, что они у тебя есть, что да, соберешься, пойдешь проверить. А у нас что новенькое? Сейчас поедем домой. Все уже. Ой, так мы до суток поедем. Радио у тебя работает, да? Ты в курсе дел всех. Да, я в курсе дела, да. Только вот иногда включу, работает.
И до пилы, антенна и до пилы, да, чтобы было, а нет. А, плохо, плохо ловит, да? Да, да, значит, а это, если бы мне пригерить неудобно, он сколько несет. А я это, он оставил мне все. Да, ну, это, бросьте. А? Бросьте, все, да, все, да, все, все, все наше нормально. Ой, Никак у нас Вера, осталось, все хорошо. Ой, ой, а вы-то, а мы домой едем. Молоденькие ели бы. Нам уже не надо, мы домой едем. Колбаска. Ой, ой, колбаска, ой. Нет. Ой. Ага. Ну. Ой. Конфеты тебе. Ой, я не привезу конфет. Ой, так сколько вы много оставите, Миша, вы ешь. Да все хорошо, мы позавтракали с утра. Да? Все отлично. У нас там магазин рядом, а здесь. Да нет, мы, ну, выручайте, спасибо, ну, понятно, я сейчас как... Это, Гера, у меня есть баночка где-то, икра. Не, не надо, кушай сам, ты что? А конечно, нет, она конечно. Простая, щучья. Ну, а я это... понял, а то мы, наверное, на Новый год тебе привозим. Наверное, наверное. Кушай, наверное. Кушать, еще ага. Видишь, не съел, да. А то так... Вот это плов, наш фирмовый, такой 100 лет не ел, держи. Его можно прямо на паровоз... Подожди, это, подожди, подожди, слово какое красивое. Фирмовый, ты знаешь, какой-то фирм, да? Ну, это мы сами делаем. Консервы делаем, она может месяца два стоять. А, ну и ладно, ой, спасибо. Ну, ее... погреешь ее, это самое, в банку, в воду кипятишь, ага. Туда опустишь в воду вот эту банку, прям не открывая. Ага. Она покипит, прогреется вся. Открыл и... Он у нас мозг, я руки. Да. Я ломаю, он чинит. Да. У нас симбиоз. Ты как перезимовал-то? Ой. Тут я сапоги не снимал и не раздевался. Вот. Холодно. А? Холодно. Вот именно. Тепло началось 20 лет. Я уже чувствую, я тут герой. Тут, ну, в этом деле. А то было как? Ну ладно, вроде солнышко, а что толку-то? Ветер холодный. И никак не поброишься, ни голову не помоешь, ни остальное ничего. А теперь все, я не боюсь. А это, ну если совсем начать, кулежанки на плиту ставишь на горячую, как его, тазик-то такой, только хороший метод. Вот. В смысле толстенький. Угу. И тут общий тонус теплого у лежанки. Не важно там, пусть прохладно, а у лежанки общий тонус. Я называю кухней. Угу. Вот, значит, тут и можно все вымыть, и хозяйство, и ноги. А в холодное время никак. Не отойти от лежанки в сторону, никак не отойдешь. У тебя же буржуйка печка, да? Как? Печка-буржуйка, да? Да железная. Лежанка. Нет, печка-то железная, да? Да нет, лежанка с плитой. Кирпичная. Ага. Самая ложевая. Я думал, у тебя как русская печка такая, что сейчас натопил и на нее и лег. У меня кругом нары. Здесь на нарах, на одних я сплю и кое-какие вещи. А в сторону, к стене, к той стене, там нары... Двойные. Кто-то... Я рассчитывал человек на 7. Вот, а тут вышло, как сейчас завалено, все завалено. Как вот там 7? Самому-то негде спать. Вот. А с кошками-то весело. Маленькая ко мне, когда холодно, противно, когда, ну, январь или февраль, не помню. Маленькая... Под одеяло я уж не могу отказать ей. А те и на мне. Или на руке, я же не вижу, или на ноге. Хочу ногу поднять, никак. Повернуться тоже, думаю. Хорошо, я их всех люблю, это все проходит нормально. Вот. А с ними весело. Люди говорят, ой, это скучно. Ну как вот скучно-то? Так же разговаривают. Ну как вот с людьми-то. Угу. И я, ну, не со зла, бесстыдница, не дала поспать.
Она прямо с пола раз прыгнет и на меня раз, вот я. А собак не любишь? Да люблю собаку, собаку. Ну как же, у меня была неряшка, Косыгин убил, дурак, носком. Так тебе может собаку привезти? Не надо. А мне не прокормить? Да нет, не хочется даже. А годы-то уходят. Ну да. Не всегда же я в форме. Вот. Да нет, 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 нет. Сейчас объясню я. Может быть, вы не совсем с Мишей сознаете. Опасно заводить животных всяких. За них душа плачет. В полном смысле душа плачет. В карте меня позвали один раз. Три брата их. Юрка, Вовка и Сашка. Главная подлость Сашка. Вот. А я на Кавказе жил. Значит, я умею вообще игры взять. Ну, все. Картежник ты, да? Да не картежник. Ну, в общежитии. Ну, умеешь, короче. Ну, да, понял. А тут они моложе меня. Саша 52-го, Вов 57-го, Юрка 64-го. Вот. Ведь пойдем в терраску из дома, здесь можно. Я пойдем. Пошли там. А я не знал, сколько у них денег, а ну, как только они делят, любой из них, я смотрю. Они молодые еще, детство не прошло. Они сразу, если хорошая мать, хорошие они. Ага, сразу видно по ним, да? Да, да, по виду. А если плохая? Блефовать не умеют. Да, да, только нет, только вот. Все на лице сразу написано. Все написано. Они же еще молодые, не вошли в это в подлое, хитрое место. Вот. А я говорю, ну-ка, чего платить надо? Ведь, говорит, а у нас уже нету. Обыграл ты их, да? Ага, 90 рублей. А матька это, мать, которая дарала двоих, то есть замужество. Как змея зашипела, заходила. Я ей только Петровна, дыши ровно. А как? Ах ты меня, а? А зовут играть-то? Да. В общем, это для чего я счастливый с вами. Это, Гер, такого и нет на земле, мне кажется. Ну, дай бог, живи. А что такое? Я говорю, дай бог, живи, чтобы все хорошо было. Ну, конечно, буду. Мурка на солнышке. Вот греется. Какая мурка. Она тоже родит скоро. Да, пузатая. Сколько лет-то у тебя мурка уже? Как? Мурка сколько лет? Ой, не знаю. Ну, десяток, наверное, где. Угу. Ну что, дед Миней, поедем мы? Ой, это... Ну, возьми рыбу-то. Не-не-не, не надо ничего. Мишке подари. Рыбу кошкам. Мурка, тебе самой надо учиться рыбу ловить уже. Ой, ловит. Ловит? Когда нерест, они и сами ловят. Ладно, дед Миней, поедем. Ой, это... Поедем, надо, да. Убирай продукты, на солнце попортятся. Вера и Миша, ну вы боги для меня, представляете, вы не думаете, я так уже, так что вроде... А я вот счастлив. А вы как раз подошли, несколько раз все. Да подожди. Гера, а где вы деньги берете? Столько на меня. Да, зарабатывай. Зарабатывай. Да, да. Это колобок. Котятки у тебя, да? Вот она какая, это мама. Мурка. Все, дед Миней. Все, поехали. Да, поехали, пора нам, да. Гер, ну... Еще домой ехать. Счастья вам желаю. Спасибо. Полного счастья, как говорится. Чтобы как по глазам, как я картежную игру смотрю, кто как дышит. Так у вас, чтобы все нормально, ну, дышало. Вот когда точно не скажу тебе, не могу, не знаю. Заезжать обязательно, ничего не из карманов не вываливай, так повидаться красиво. Я понял. А то ведь это, господи, и так привез, и так оставил. Нормально все. Нормально. Тебе здесь нужно. А
как? Да, ребят, вот так выглядит счастье, как лежит мурка да, сейчас. Да, да, да. Довольная. Ляди ногу подняла. Никаких денег для этого не нужно. Просто вывалиться после долгой зимы брюшком на солнце. Котяток греет, да. Ой, если она выйдет из дома, она котик. Ну что ж, ребятки, поедем мы. Нам пора. Пообщались с дедом Минеем. Вот. А это твои ребята, да? Посмотри, да, мы же кино снимаем, опять тебя будем по телевизору показывать. Вот. Дед Миней, он бодрый, веселый, стриженный, да, побритый. Помытый. Приятно. Да, тоже как мурка отогревается на солнышке. Да, надо ехать, а мы вам сейчас покажем обратную дорогу. Болото достаточно тяжелое. Вот. Воды очень много. Нам тяжело, вам интересно. Вот. Обратная дорога, да. А вам это и всем этим, всем женушкам, мамам. Спасибо. Передавайте привет от меня. И передайте, если они хотят, тост говорить Всевышнему. Это коротенький, но про Бога. И никаких религий больше не надо для меня. Ну, расскажи нам. И всем вашим. Громко я считаю. Надо, потому что Бог скажет, что там шепчет. Может, он нарочно. Вот, а тут раз шепчет. Ну, ты стопочку нальешь и тост такой говоришь, да? Я не наливаю. А, не наливаешь? Значит, за Всевышнего, за родителей, ну, за своих родителей и учеников. Значит, за Валю я про свою, на которой жениться должен. Значит, за хорошеньких всех людей, которые есть на земле, миллионы, миллиард хороших за них, за кошечек и за себя. Всем здоровья и удачи. О, хороший тост. Коротенько, а что, здорово. Вот, ну и зрителям нашим передай привет, они тебя все смотрят, все тебя знают. Знаешь, сколько людей смотрят? 35 тысяч. Серьезно? Да, 35 тысяч человек смотрят наш канал. Это... И все тебя знают. Герасимовы друзья, я вас также уважаю, очень-очень красиво. И это переживаю, что когда у вас все плохо. Вот. И значит, это. В общем, а я здесь, как узнал Герасима, я стал счастливее. Вот это. Он умный, красивый, поговорить умеет, вот, и счастливый, жена, ребеночек, значит. Ну вот, ребят, так вам Миней передал привет, а нам надо в обратную дорогу. Все хорошее заканчивается, у нас еще 10 километров по лютому болоту. Так что поедем и вам покажем. Проведали деда Минея, видите, как он прихорошел, помолодел, постригся, побрился. Ну, теперь можно и в путь. Пока! Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.